У Гродні мужчина подпалив двери пункта охраны правопорядку по улице Болдина. В ходе оперативно-вышуковых мероприятий установлено, что такий учинок здійснив 41-годовий мясцовый жихар. Мужчина затриманы, по факту узбуджена криминальная справа по артикуле «Особливо злостное хулиганство», поведомляется на официальном телеграм-канале Следчего комитета. Следчими проведены огляд места, опытаны сведки. Так само прогледжены камеры видеоназирания, на яких зафиксованы момент подпалу. На кадрах бачно, что 3 листопада, каля 14:45, мужчина подошел до дверей пункта охраны правопорядку и с использованием горячей жидкости здійснил подпал. По его словам, сделал он это из мести, и идея возникла спонтанно. Прогуливавшись по району, в районе улицы Болдина, он увидел автомобилиста, который заправлял из канистры бензин в бак машины. Там же он попросил данного водителя продать ему литр бензина. Тот налил ему в пластиковую банку горючее. Позже с этой же банкой и бензином подозреваемый направился в сторону общественного пункта охраны правопорядка, который располагается в одном из жилых домов по улице Болдина. Там он облил входные двери служебного помещения бензином, а позже поджег их. Узгарання оперативно потушили, потерпелых нема. Следчий комитет, у свою чергу, звертає увагу громадян на необходимость захования громадского порядку и потребования закона, порушение якого может тягнуть за собой криминальную ответственность. У даденном выпадку подпальщику может погрожать позбавление воли до 10 годов.